Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Запасайтесь продуктами на случай непредвиденной ситуации. Сухофрукты и консервированный тунец – это то, что может простоять довольно долго в кладовой. Но мы хотим рассказать о других нескоропортящихся вариантах. Вот 11 продуктов с длительным сроком годности. Первое. Кукурузный крахмал. Кукурузный крахмал обычно используется в качестве загустителя для крема, соусов и супов. Его нужно совсем немного, поэтому одна упаковка может простоять у вас целую вечность. Чтобы он не испортился, храните его в прохладном сухом месте в плотно закрытой банке. Второе. Дистиллированный белый уксус. Его можно употреблять перед едой, если сомневаетесь в ее свежести. Сам же уксус хранится годами и не портится. Третье. Сушеные бобы. Сушеные бобы могут храниться в течение неопределенного количества времени. Примерно через 1-2 года они будут дольше размягчаться или вообще перестанут. Но все же они не теряют свою пищевую ценность. Четвертое. Гхи. Топленое масло гхи – отличный заменитель растительного масла, ведь оно богато витаминами. Если его хранить правильно, то можно даже не охлаждать и пользоваться годами. Пятое. Мед. Этот продукт прослужит вам до самой смерти. Ручная работа пчел и его магический состав делают свое дело. Сахар в меде поглощает влагу из воздуха. Но если разогретый мед запечатан правильно, влага не впитывается. И это лишь увеличит его срок годности. Считается, что самой старой банке этого продукта 5500 лет. Шестое. Растворимый кофе. Если он хранится в вакуумной упаковке, он прослужит вам бесконечно долго. Седьмое. Чистый кленовый сироп. Гранулированный сахар, мед и кленовый сироп обладают устойчивостью к росту микроорганизмов, включая плесень. Поэтому срок годности и этого продукта не истечет. Восьмое. Соль. Морская соль, поваренная соль или кошерная соль – все они будут такими же свежими, как и в первый день покупки. Не зря соль используют для консервирования других продуктов. Но если в нее добавляется йод, то ее можно использовать около 5 лет. Поэтому если вы видите надпись «йодированная соль», то знайте, что срок годности именно у этого продукта ограниченный. Девятое. Соевый соус. В нем много соли, что предотвращает рост бактерий. Хотя срок его годности не истечет, он может потерять свой вкус с годами. Лучше хранить его в прохладном месте. Десятое. Сахар. Сахар не портится, потому что его состав защищает его от роста бактерий. Просто поместите его в герметичный контейнер, чтобы избежать попадания влаги и насекомых. 11. Белый рис. Белый или полированный рис будет оставаться вкусным в течение 30 лет. Но нужно хранить его в вакуумных контейнерах при температуре ниже 4,4 градуса. К слову, коричневый рис имеет более короткий срок годности, около 6 месяцев. Связано это с натуральными маслами, которые входят в его состав. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.